Мэр Магадана Юрий Гришан стал участником заседания регионального правительства. В режиме видеоконференции из рабочего кабинета глава города задал вопрос о будущем финансировании строительства новой школы в микрорайоне Снежный. Первый этаж здания, рассчитанного на 50 учеников, с корпусом детского сада на 30 мест и спортивным залом, будет готов к 20 июля. Благоустройство прилегающей территории планируется сдать в следующем году. В это же время ожидается полная сдача объекта. Сейчас задолженности перед подрядчиком нет. В будущем ожидает финансовую помощь из федерального бюджета. Вопрос по школе Снежно. Там временное отвлечение денежных средств до получения федеральных. Там тоже ждем ЖДУМа. Мы с Юрием Алексеевичем это проговаривали много раз. Там в сумме 85 миллионов рублей. Ладно, я скажу. Значит, да, это все как бы себе предусмотрено. Это будет финансирование из непредвиденных расходов. Там отдельная у нас статья, там 122 миллиона. Общеобразовательный объект возводят в рамках национального проекта «Образование». Помимо учебного блока, в здании предусмотрен пищеблок, медицинский кабинет, рекреация и спортивный комплекс. Всего на строительство школы-сада в поселке Снежный потратят 421 миллион рублей.